Здорово, ребят. Разрываем цикл пожилух. Сегодня у нас хороший реплей и хороший код. Ах, как же он прекрасен. Ах. За мерзость играет ветер. За Эребор прям, ё-моё. И за Мордор играет Зира. Зира видит эту тактику, которую он всячески ненавидит. Сейчас посмотрим, сработает она или нет. Но нечто странное. Погоди, чё? Он ветер-барак ставит? Или это прикол? Это прикол, чтобы... чтобы Мордор тактику не запалил, но вроде ему глаза хватает. Но он не ставит... Что происходит? А, окей, все, все, все. Нет, не все. Он снова передумал. Короче, он решил запутать Зираэля, чтобы Зираэль решил, что фаст-повозки не будет. Но я сомневаюсь, что Зираэль настолько глуп, что подумает, что ветер, построив мастерскую, не будет оттуда строить повозку. Это же совсем аутизм. То есть, конечно, респект за попытку, но вряд ли это сработало. Сейчас увидим. Пока что заказываются одни мечники. Да, он заказывает копейщиков. Он не повелся на эту херню. Вот. Что дальше? Теперь он ставит барак. Мастерскую можно не сносить. Все-таки это Эребор. Ему надо бы больше одной повозки. Он едет харасить. Он едет смотреть, получилось ли. Ну, посмотрим. Ух ты, он забафал. Он, видимо, хочет метателями снести барак, но ему копейщики не позволят. Блин, это забавная тема. Против нуба это бы сработало, походу. Зира решил покрепиться. То есть не рашит. Забрал таверну. Все, Варчант выветрился. Повозка все еще может снести здание, как бы. А, ну он решил снести это. Ну ладно. Медленно будет, однако, но почему бы и нет. Тем временем, метатели. Нычек он не ставил. Так что ему придется бежать пешком. Копейщики прогоняют повозочника. Не, ну, возможно, стоило повозкой крепиться. Смотря на все это, я должен признать, что это действительно плохой старт для гнома. Но в целом старт в повозку неплохой. Так, он вторую строит. И побежал нычку ставить. Крепится метателями такое себе. Ну, типа, можно, но... не очень эффективно, а тем временем у Зиры довольно-таки большая толпа накопилась. И все это сейчас пойдет на базу ветра. И отбивать ветру вообще нечем. Эту атаку. Так, вторая повозка. Тоже с метателями. То есть этого достаточно, чтобы быстро сносить здание, даже под крепой. Ну, вообще и одной повозки достаточно, но он, видимо, не хотел рисковать, учитывая, что он решил через клич играть. Вот. Так-то можно было бы повозкой, типа, под крепость снести бойню. Так не делайте. Он, видимо, свою тактику проверяет. Ну, быстро довольно, конечно же, но... повозки-то еще могут бить в ближнем бою, все равно было бы быстрее, если бы они били ее. Так, рабочий заныкался. И, возможно, ему стоит повозки пригнать сюда. Но он пока что мечников отправил, на базе тоже большие проблемы. И на базе у него всего один отряд. Метатели подохли. Если бы повозки здесь оказались, то можно было бы этих копейщиков перестрелять и отбиться.
но он не собирается это делать. Ну, хотя у него низкая эко на базе, но ему бы, конечно, не терять бы вот эту вот шахту, она уже второго левела. Посмотрим, как у него это получится. Еще больше покоцали Боню и возвращаются. В принципе, повозки сейчас должны приехать сюда. Тут можно отбиться легко, копейщиков очень мало. Всего один отряд, и даже крепость их убьет. Зира забирает здесь все, но ветер не хочет. Но ветер может опустить эку Зиры до supply блока, по идее. А, хотя, я про таверну забыл. Это он пока не захватил. Но это упадет. И, возможно, можно будет даже бараки посносить. Блин, забавно. При этом у ветра не такая печальная ситуация, потому что он рабочими может убежать и построить еще здание. Не, ну как бы... то же самое может сделать Зира, в принципе, но... Почему-то он этого не делает. Может, я пропустил момент потери рабочих? Но такое впечатление, что у Зиры прям вообще плана нет. План только заключается в том, чтобы попроносить эку у ветра на базе. Ну вот это грустно, конечно, да. Помянем этих пацанов. Почему-то он решил не добивать Боню. 360 на 180. Да, пока что supply блок у гнома. Эку новую он все же строит. И решил все-таки забрать повозки домой. Так что размен в пользу Зираэля. Причем очень сильно. Но с другой стороны, запас денег есть у гнома. То есть ветер может... Ох ты, минус одна. Если сейчас вторая сдохнет. Вторая сдохнет! Нет, вторая живая осталась. Ветер может эку восстановить. Зира не особо. Но зато Зира спасает своих пацанов. Ему бы этих ребят спасти, желательно. 11 очков. Че, он выдержку будет брать, что ли? Ух ты! У Зиреля появился совершенно другой план. Он решил заобузить то, что против него Эребор. Витатели, конечно, могут убить Кхамула. Но когда у тебя supply блок, надеяться на это не стоит. Так, он взял буст экономики. Ну, толку от этого не так много будет. Во-первых, это шахта. Слишком далеко находится, во-вторых, она не качана. То есть, как видим, он получил плюс 2 фермы с этой обилки. Неплохо, но могло быть намного лучше, однако. Ну-ка. Хилки у него нет. Возможно, стоит боевой клич на них кидать, но урона они не густо наносят. Но зато Хамул бьет прокачанную повозку, которая не так много урона получает. Так что, по сути, он спасся, и повозочка должна отхилить себя. Он отстраивается. 270 на 440. Ну и Зира тоже эку забустил. Забавное начало матча. Он решил спешить своего пацана. Странновато, что он боится. Если бы ветер таверну захватил, то как бы Хамул не страшен был бы. Но так, что он ему сделает? Даже если метателями его убивать, то у него всего полтора отряда. Мне показалось? А, да, мне показалось. Никак не запомню, как выглядят гномы с грейдом и без. Я так редко его вижу у них. Не то, чтобы я хотел его чаще видеть. Так, попытка продавить хороших лучников. Успешно. Но Кхамул по-прежнему представляет большую угрозу. С другой стороны, повозки то же самое представляют для Зираэля.
Но ветер решил уехать вновь на Харас Эки. Видимо, не можешь отбиться, делай то же самое, что делает противник твой. Имеет смысл. Два отряда пехоты гномов погибают постепенно. И остаются только эти полтора метателя. Так, он Варчант закинул. У Зиры мало войск, но Кхамул поможет. Так что можно будет это пронести. Как же быстро эта ферма качнулась, я в шоке. Я буквально пару минут назад жаловался на то, что она не прокачана. И вот она уже второго левела с лишним. Конечно, столько монет давать. Ну, помянем эту ферму. Хотя у него половина откатилась, при том, что сигналку держит Зирель. Так что не так все и плохо у него. Также эко все еще у него. Ну, не скажу, что прям хорошее, но есть. Кхамул под угрозой. Ветер фоксит его крепостью, чтобы вывести его из строя. Он его не убьет. Зирель не отдаст своего героя. Но главное его просто накоцать, чтобы он не мешал. Теперь ветру нужны копейщики, но он добавляет еще две повозки. А, это баг, одну повозку. Он строит копейщиков, то чтобы Кхамул не харасил, когда он конный. И теряет ветер еще и одного рабочего своего. Я удивлен, что этот повозочник с... А, стоп, я пропустил, все-таки две повозки. Я удивлен, что он всех повозочников делает с метателями. Одного нужно с флагами сделать, чтобы быстрее здание сносить. Да и в целом даже по Кхамулу можно будет накидывать неплохо, если повозок будет достаточно много. Там 2 пятых левелов. Ништяк. Где шахта? Где шахта? А, он увидел мастерскую и решил высадить сюда свою пачку. То есть это изи минус мастерская будет. Кхамул садится на крылатую срань свою. Надо сдавать Варчант. Ну, такое себе, он улетает. Но в целом точка за ветром. Он забирает рабочего, он продолжает харасить сверху. Очень хорошо контролит. И у Зира проблемы. У него есть лучники, которых сейчас ветер продавить может легко. И остается отряд копейщиков и чуть ли не бесполезный Кхамул. Его нужно спешивать снова. Но ему предстоит еще восстановить здоровье. При этом очень много боинь убитых в нулину. Блин, какая же глупая и при этом рабочая тактика за Эребор. Но это работает именно потому, что Зира all-in пошел, не стал дефаться на базе. И ветер хоть и потерял свою экономику, но сильно поднасрал противнику при этом тоже. То есть теперь он контролит карту. Наверное, он может забрать, но так как это ветер, он великий экспериментатор, он наверняка... О, уже флаги сделал. Он наверняка специально без дейлов играет, чтобы проверить именно эту страту. То есть даже если он будет проигрывать, он скорее всего ее не поменяет. Он будет до конца ее придерживаться. Вот. Но теперь у него прям гоп-стоп отряд собрался. Как видите, очень быстро сносит здание. И Зирель скорее всего потеряет вот это все. Может вообще все. Но судя по тому, что он затаился, возможно, Зира нанимает короля-чародея. И там будет урон... Ой-ой-ой, а нет, успел. Там будет урон посильнее по повозкам, чем Кхамул наносит. Минус барак с лучниками. Большая потеря. Также метатели заберут этот барак. И метатели на повозках тоже. Кхамул тут немножко харасит. Я не помню, вроде с 5 левела его аура начинает прям сильно дамажить. И король-чародей. Ну, получается, что теперь ветру, если бы он прям старался выигрывать, нужно
построить ветеранов. А, повозки станется, я забыл. Даже повозки 5-го левела, прикинь. Какая грусть. Ох. Две повозки выжили. Ну, сочувствую. Вся тактика развалилась. Хилка в КД. Он спасет две. Может, спасет еще пару отрядов. Окей, я рано начал хоронить Зираэля. Чё-то я забыл, что он может застанить. Это печально. У Ветра, небось, сейчас вся жизнь перед глазами пронеслась. Ему нужны ветераны. Но если в момент, когда у него была куча повозок, можно было еще надеяться, что он на них раскошелится, то теперь он будет по ходу подстраивать новые повозки. Чтобы, типа, возобновить свою страту. Я подозреваю. Но зато он сделал барда. То есть он не полностью посвящен этой тактике. Может быть, у него есть еще какой-то шанс. Это, возможно, минус к Хамул, но призыв немножко не в той точке. Не угадал он, куда повернется к Хамул, поэтому он... А нет, он не выживет, они должны стрельнуть. Серьезно? Одна или две стрелы только вылетели? Ну, еще один отряд есть. Может добить. Да, по идее, бард может добить. Хамул начал восстанавливать здоровье. И нужен еще один выстрел. Он на оборонке бежит. Летит прям король-чародей на своей кобылке. Неужели? Ну! Добивают все-таки. Тем временем огромная пачка дейлов против короля-чародея. Это большой риск для Ветра. Но, кажется, Зирель решил тоже не рисковать. В смысле, Ветер-то решил рисковать. Зирель решил не рисковать своим героем. Но он мог спешиться и перебить этих лукарей. Но за время этого бард бы, наверное, нанес ему очень много урона. Либо бегать за бардом, которого он бы, скорее всего, убил бы. Но лукари бы ему нанесли много урона. И потом был бы неловкий момент, в котором он... Креп, что ли, снесла? В котором он либо улетел бы, либо нет. Так, минус половина лучников. Что он пытается делать? Кавалерию или что, я понять не могу. У Зиры есть третий тир. Но у Зиры очень мало эки. Ему нужно накопить армию. Сейчас чихну. Excuse me. Может добавить уруков? Неплохая идея была бы. Я бы так сделал. Так, еще одна ферма рабов. Еще две повозки. Вызывается третий тир. Всего один отряд копейщиков. То есть... погоди. О, хорошая идея, но не повезло. Они все умрут. Попытался подкрысить он Горгоротов, но... Увы. Надо было, может, чуть-чуть дальше призывать, чтобы они успели высадиться и не получили урон. Одна повозка погибает. Король-чародей получает просто тонну урона. Но Ветер не может сражаться с Горгоротами. Но, с другой стороны, Зирель их пока что не отправил сюда. Он, видимо, решает увести сражение на базу Ветра. Или нет? Четвертый уровень короля-чародея. Построился... А, видимо, он боится, что будет под крыс. Построился Кастеллан. Но я уверен, что Зира также думает, как я. Типа, в такой ситуации... Голая база, денег супер мало. Построить ветеранов, закрысить крепу. Даже в лоб, типа. Не ждать, пока он отойдет, а просто высадить их прямо на крепу. И пронести ее, и все. Это победа. Но Ветер не хочет этого делать. Или хочет? Окей. Но с Кастелланом это будет неловко, потому что его надо будет прежде всего убить. К тому же нужно добавить еще копейщиков. Потому что один... Стоп, куда он делся? Один неловкий шаг, и
вся армия умрет от Гаргарота, отряда копейщиков не хватит. Сейчас попытка убить Барда. Кастеллан напердел, чтобы нельзя было сбежать. Все лучники давятся Гаргаротом, и это минус Бард. Кажется, ветер допустил большущую ошибку. Он теряет и свои войска, и своего важного героя. Повозки продолжают харасить. То есть они снесли ферму рабов, но ситуация в экономическом плане для Азири особо и не поменялась так-то. Так, и теперь король-чародей может летать. Повозки по-прежнему по летучкам хреново будут дамажить. Ну, что-то как-то неловко получилось, не туда он полетел. Поэтому ветер может еще немного похарасить. Ох, есть хил. У него есть хил, но нужно ли их спасать? Командир, все готово. Он все-таки решает это сделать. И ему удается их спасти, но Каче должен забирать хотя бы эту повозку, я думаю. Тут лучники. Это была засада. Повозки целы. Окей. На тоненького прям. Лучники практически откатились. И вышел Бард вновь. То есть Каче нельзя летать вновь. Это... А где первый? А, короче, Кастеллан отдыхает, пока у него, типа, ну, анус отдыхает, чтобы можно было еще раз пердануть. Но есть второй Кастеллан. Ветер прям в наглую летает, но это позволяет ему забайтить противника, по идее. Может, он как раз собирается это делать. Теперь у него много копейщиков, но лучников немного. Но у него будет призыв. Скоро. Прямо сейчас. Да, но это был очевидный байт Зира. Не поддался. Или не повелся. Теперь ветру нужно как-то начать сражение. То есть заставить Зиреля бросить все силы на него. А Зира ждет визг. Если ему удастся нормально подловить противника, чтобы лучники не в копейщиках стояли, то за счет визга он снова продавит всех лукарей. Армия-то у него посильнее, как бы. Плюс 3 Кастеллана. То есть шансов для гнома спастись никаких. Каче побежал. Он решает без визга сражаться, видимо. Ой, ситуация крайне скверная. Да, ветер решает даже не залезать в шахту. Но тем временем у него аж 5 повозок. Охренеть. То есть у него снова гоп-стоп отряд, но будет это еще. То есть ему, по идее, нельзя близко к королю-чародею подъезжать повозками. Или же нельзя это делать, если неподалеку будут копья. А еще ему нужно придумать, что он будет делать с этими пацанами. То есть он не может убить Гаргаротов до сих пор. Первый отряд строится. Он тут вышечки поставил. А, это второй отряд уже, окей. Вышечки поставил. Но нужен, по идее, будет огонь. То есть ему нужно такую пачку лучников собрать, которая за пару залпов убьет Гаргарота. То есть это 5-6 отрядов, плюс огонь, плюс бард, который вроде бы не каченый. Она с третьего. Но это поправимо. В принципе. Копейщики бегают. Нужно опасаться Каче. Пауки. Ну, я думаю, что пауки не страшны, когда у тебя 5 повозок. Но вот Каче сейчас будет пугать. Ох, как хорошо. Повозка к бою готова. Очень много ущерба наносят повозки. И Каче решает их застанить. Копейщики очень далеко находятся, но одна повозка погибает, вторая погибает, третья, четвертая погибает. Даже без копейщиков. Пытается спастись только одна, но урон пауков в спину и уруков просто гигантский. И весь отряд погибает вновь. Гаргарот пытается задавить Барда. Но нифига себе, что за бред? Я думал, это натиск. Вот это он спринтует.
Усейн Болт ёбаный. Ветер проиграл. Охренеть. Как же ему не прет. Второй раз он пытался забайтить носорога и потерял свою пачку. Это два отряда там сдохло, да? Это два отряда. И сейчас строился третий. Это была его надежда на снос крепы или короля чародея. Все, матч закончился. Минус бард. Сейчас вся застройка уйдет. А, нет, это только один был. То есть он решил на Харас отправить один отряд. Но все равно очень грустно. Ну ладно, у него есть какой-то шанс, но... Блин, не знаю, одновременно потерять все, что было... Будет сложно отбиться. Он готовится защищать базу вышками. Он тут забустил свою эку. Ветеранов спасает. Я думаю, они убьют Назгулей. Тем более у него есть подкреп. Кажется. Он его высадил, что ли? А, он тут бегает. Если получится в спину носорогу зайти, то ветераны Казадум очень быстро его убьют. Но, как видим, Зирель неплохо контролит своими горгоротами. Не подставляет их, не давит копья. Поэтому ветру очень сложно убить в ближнем бою. Еще один отряд вылез. Он пытался Кочея нахрапом убить, но ошибочка, не дал оружие и горгород всех перебил. Но это уже какая-то отчаянная попытка. Ему нужно попытаться забайтить его было. Одно дело, когда у тебя куча войск, а другое дело, когда ты все потерял. Так, горгороты перебили практически весь отряд черных всадников. Новый отряд повозок еще у него появился. И на базе он как бы отбил эту атаку. Может... рискнуть и орлами убить Каче. А, хотя, стоп, Зирель обосрался. Да, Зирель сливает своего короля-чародея. И таким образом можно сказать, что ветер остается в игре. Ну и плюс орлы. Орлов, то есть, он выбирает. Не знаю, на что он надеялся, но ему удалось убить рабочего. И может быть этот мелкий назгуленыш убьет повозки. Или нет. Ну, убьет две. Это должна спастись. Если вы вдруг не поняли, что произошло, магия Моргула их застанила. Поэтому они не двигались. Ветер не забыл про них. Так, Харас экономики продолжается, пусть и небольшой. А ветер тут небольшой аванпост построил. Таверна больше не его. Вон, он тут еще и харасит. Ха. Минуту назад я думал, что победа за Зирелем. Но теперь я уже не уверен. 750 на 660. Ну, у обоих игроков теперь хорошая экономика. По сути, за счет скиллов. То есть у Зиры за счет рабов. У Ветра за счет сокровищ. Ну и наглые застройки, конечно, тоже. То есть, сколько он всего потерял, у него, наверное, под 1000 уже бы было. Не понимаю, зачем он призвал лучников здесь. Возможно, я что-то пропустил. Может, он с этими типами хотел сражаться. Ну, крепа отстроена. Обстроена. Ее, в общем, просто так не снести. Высаживается копья, но неловко получилось. Может быть, Зира не увидел, что это призыв. Или просто захотел их продавить. Кстати, никто не использует этих пацанов. Не знаю, зачем он это делает. Они вроде говно. Отдал хилку. Минус лучники.
Прошу тебя. Маловато войск у Зиры тут. Ветераны, кажется, убили Кастеллана. С повозкой что-то не то. Недоконтроль. Забайчина. Убивает двух, троих, четвертого почти убил. Троих Назгулей убил. Тролль, правда, отрезал подкрепление у гнома. Что дальше? Строится новая вышка. Ух ты, некр 5 левела. Некр теперь довольно-таки полезен. Ветер может убить этих пацанов, но не видит этого и теряет рабочего. Он занят сносом зданий Зираэля. Это будет большущая потеря сейчас. Я имею в виду не потерю повозки, а бойню 3 левела. Но при этом ветераны тоже погибнут. Возможно, оно того стоило. Я не уверен. Ветераны были прокачаны. Может, и не стоило. Хызы, хызы. И, возможно, я ошибаюсь. Вывести ветераны. Это ж... А, он не выбрал. Обилка это вроде дает иммун к давке. Но не броню. Я, честно говоря, не помню. И Зирель убивает все, что оставалось у ветра на его базе. Но подъезжают еще повозки. И еще подкрепления сверху пришли. Когда они высадятся? А, вон они. Так. Да, устойчивость к наезду. Это даже не иммун, но скорее всего это неправильное описание. Да, это он не прокачал тогда. Хз. Ну им не стоит бояться конницы, ну типа... По идее, это поможет против Гаргарота. Я еще никогда не видел, чтобы это так использовали. Да, ну тут снова проблема у ветра. Нужны лукари, может быть, он сейчас начнет перехватывать. Нет, высадка не здесь. О, повозка погибает. А где он высадился? А, он решает забрать тролля. Также по меду идут ветераны. Ему нужно поторопиться. Очень, очень интересный выбор. Я бы даже сказал, странноватый выбор. Ух ты, очень много урона в спину, ветер не замечает, переключился, но возможно уже поздно. Ему нужно выбрать оружие дополнительное. Это, конечно, неприятная ошибка. Они бы стали более эффективными со вторым оружием или со щитом. Но уже не важно. И пошла атака. Зира снова очень хорошо контролит Гаргаротами. Не отдает их на смерть. И у ветра большие проблемы из-за этого. Хотя, возможно, ну, он не убьет этого, но достаточно сильно покоцает. Ему нужно собрать лучников сейчас. Очень нужно это сделать. И по идее всех этих ребят просто перебрасывать на правый фланг, потому что этот уже потерян. Но здесь у него есть таверна, так что как бы все норм. Он решает вызвать орлов. Я уже даже забыл, что у него есть орлы. Гвейхир немножко поконтролил лукарей. Ух ты, там есть король-чародей. Кстати, 8 уровня. Кстати, он не должен здесь умирать. И так и есть. Он превращается в призрака. Погоди, они... Они сквозь инвиз дамажить умеют! Это же недавно было это в реплеях. Прикольно. За все время, что я играю в эту игру, я второй раз это увидел. Никогда раньше этого не видел. То, что орлы, им плевать на инвиз, они сквозь него пробивают. Ну, видимо, Зирель тоже этого не знал. Теперь будет знать. Он наверняка еще орал во время этого. Так, очередная хитрая высадка. Но снова не везет ему, потому что тролль бьет сплэшом.
лучники сразу же шотят тролля, но назгульчики выживут, копейщики подохли там. И все, тут все уже зачищено, сражаться, видимо, сверху не имеет смысла. Тем временем ветер построил новые повозки и строит еще больше. Я пока не понимаю, в чем заключается план выхода в Биорнингов. Где он их убивает, что ли, понемногу? Или они просто покоцаны были? Сложно понять. Есть 25-ка, но такое впечатление, что Зирель устал. Ну и не совсем устал, у него денег нет. На войска он строит, у него очень мало ресурсов. Что, в принципе, дает время ветру. Минус одна повозка. Возможно, минус вторая. Да, минус вторая. Доигрался. Так, тем временем он, видимо, использует их как отвлечение, чтобы Биорнинг убил ферму рабов. Отлично. Зира не доконтролил. Кстати, эти призраки, насколько я понимаю, боевые. Или нет? Вроде боевые. Они могут сражаться. Ну ладно. Не столь важно, в принципе. Может, он забыл об этом. Ну что ж, очередная атака. Кастеллан убивает шахту, но ветераны убивают его. Теперь у Зиры есть призыв копейщиков. Он выбирает призыв Умбара, чтобы избавиться от этой атаки, но тут есть повозка. И повозка, по сути, сразу же убивает пиратов и на очереди корсары. В тылу бегают ветераны, и такое впечатление, что Зирель проиграл. Правда, у него тут есть небольшая контратака, даже две. И вот эта вот контратака с троллями... может сработать. Он может вырубить здание при помощи моргульской магии, призвать великих зверей Горгорота, и все это вместе с троллями на крепу. Появился король-чародей. Вот почему он без денег сидел. Все ясно. Третья версия короля-чародея за матч. Он отбивает эти атаки. Он вышел в боевых троллей. Пока что без дубин, то есть пока что такие типа тролли на минималках. Минус Кастеллан сейчас будет. Но ситуация важнее здесь. То, что он сделал их боевыми, это ошибка. Потому что теперь они по крепе бить не будут. Но возможно, он и не собирался этого делать. В таком случае не ошибка. Видимо, он просто ради танкования это сделал. Но они уже убитые, по сути. Я думаю, ферма сама себя задефает здесь. Может, я ошибаюсь. Нет, походу нет. Я думал, он сначала этого бить будет. Ну, неважно. Не задефало. Так что три фермы третьего... Две фермы третьего левела, сорян. Ошибка. Падают. Король-чародей спас свою жизнь вновь от кого-то. Видимо, от ветеранов. Интересно, можно ли выдержкой спасти повозки от страха каче? Так, можно тролля убить. Почему-то ветер решает отдать второй тир на это. Видимо, не верит, что повозка добьет. Там нет копейщиков, так что... Ну, не суть. Еще повозки здесь. Очень долго он держит обстрел.
Ну, ему некуда его кидать толком. Так, Каче сейчас выйдет из невидимости. Или же оденет обратно свои доспехи. Вжух. Ну, ветра нечего предоставить против Каче. Бёрнинг неплохо героев дамажит. Ну и повозки типа так себе. Средненько. Неплохо, но и не очень сильно. С другой же стороны, здесь толком и войск нет. Один отряд копейщиков. Одна повозка попадает под стан. Не повезло Зере сейчас. 15 очков. Можно Гэндальфа призвать. Только вот беда в том, что так как Зерель проигрывает, у него нет денег. И он не строит войска. Ох, и ветер заливает свои повозки. И у ветра толком ничего нет. Но правда, он продолжает харасить эко. А его эко не уменьшается. То есть в плане экономики у него все отлично. И получается, что он вроде как бы не использует свою 25-ку. Но это обычно это минус. Но в этой ситуации нет. Нифига. Ему бы, конечно, через левую ветку играть. Тогда он бы ее мог бы на войска закинуть. На здание закинуть, а не на войска только. Можно сюда сдать ее, кстати. Хоть как-то. Он вызывает орлов. Сможет ли Каче спастись? Нет, не сможет. Пиксель ХП. Теперь ему нужно садиться на крылатую тварь, но у него слишком низкое здоровье было. Поэтому шансов на спасение никаких. И я думаю, что ветер выиграл. Ветеранов уводит, они 7-го левела. То есть есть баф на 250% дамага. Пора сдаваться, по идее. Подкрепление. Еще ветераны. Минус рабочий. Зира пытается жить. 580 очков командования. Ну, у него, конечно, есть парочка тузов в рукаве. Куда? А, это... Фу ты, это Зирель использовал. Я на секунду решил, что ветер сам на себя 25-ку кинул. Короче, кого-то он там убил, кажется, я не уверен. И еще 25-ку сюда закинул. Ну, тоже толку особо нет от этого. Да, ветераны живы. Хз, кого он убил. Ну, опять-таки, когда нет войск, то некуда кидать 25-ки. Так что, в принципе, можно понять такую расточительность. Он свою вышку решил поставить. Блин, ну вроде он проиграл, но ситуация крайне скользкая. Неужели он на Каче копит? Войска не строятся. Может, ветру катапульты нужны? Игра зашла в тупик. Давайте промотаем. Все больше и больше гномов вылезает из своих шахт. Еще парочка зданий была разрушена. И все, Зираэль понял, что ловить больше нечего. Ну что ж, спасибо, что посмотрели. Пойду добавлю этот реплей в коллекцию топовых. Надеюсь, вы тоже так считаете. Б.